Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале произошло историческое событие. 100 тысяч подписчиков. Такая большая цифра, такое количество людей, которые доверились нам и подписались на канал. Вам интересно наше творчество, мы стараемся для вас. Вот и вы нас, всю нашу команду, наградили такой крупной цифрой. Всем привет, дорогие подписчики, а также зрители канала. Меня зовут Никита, и я являюсь основателем канала и вообще проекта в целом. В октябре этого года каналу исполнилось уже 8 лет. До этого я со своим коллегой начинал работу в группе ВК, а потом был создан канал, он назывался тогда «Военная техника». И из-за некоторых обстоятельств, я уже честно сам не помню, канал мы создали повторно и назвали его уже «Военная техника 2». Долгое время название оставалось таким же, выпуски были исключительно про технику, про вооружение. Но спустя время мой коллега Иван переосмыслил все и решил поменять тему в корне. И тогда появилась как раз рубрика «Как это было на самом деле». Основоположником, кстати, был мой коллега, с кем мы начинали работу. Тогда же мы решили и поменять название канала, чтобы было более креативно и просто. С тех пор мы освещаем только историю катастроф. Большой и серьезный путь был пройден за эти 8 лет. Большая работа была проделана за это время. Некоторое время назад на канале появилась команда, состоящая из нескольких человек, которая привнесла массу полезных вещей. Монтаж видео вышел на новый уровень и отличается от предыдущего на несколько суперпозиций. Вы это, наверное, заметили, особенно те, кто уже давно на канале. Быстрый прирост подписчиков, в том числе и благодаря нашей команде. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я режиссер монтажа на канале. Мы стараемся поднять уровень видео, и нам это удается. Будем и дальше работать в этом направлении. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе технологий. Привет всем подписчикам и зрителям. Я Рецидент. Проверяю сценарий перед выходом видео, стараюсь свести ошибки и неточности к минимуму. Но тем не менее, всякое бывает. Мы знаем вашу критику по этому поводу. Все учтем и исправимся. Благодарю за объективность. Много времени отнимать у вас не будем. Сообщу лишь несколько новостей для вас. Первое – это то, что с Нового года мы запустим новую рубрику «Как это работает». Она будет посвящена технике. Будем говорить о том, как это устроено и работает. Возможно, будем проводить также и опыты. Дальше появится такой формат, как стрим. Может быть, что-то будем рассказывать или просто общаться в прямом эфире, если будут такие пожелания. Дорогие друзья, пишите, что вы хотите видеть на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Неважно, главное, активность на канале. Только тогда YouTube начинает своими алгоритмами продвигать канал и показывает видео большому количеству людей. По статистике, из числа общих просмотров подписываются на канал только 5%. Это плохо. Также, может быть, возможно, у кого-то есть желание помочь нам материально. Это поспособствует более быстро пускать видео, а также купить нам оборудование. Камеру, микрофон, штатив или рекордер. В будущем планируются прямые эфиры, а без оборудования выпустить такие видео не получится. Пожалуйста, все ссылки на карту и донат-алерт в описании будут. Будем очень признательны. Хочу также выразить особую благодарность тем, кто уже донатил и был спонсором канала. Это очень нам помогло в развитии. Еще раз хочу всех поблагодарить за оказанное доверие. Будем и дальше радовать вас контентом, отвечать на ваши комментарии, стараться выполнять некоторые просьбы с видео. А всем спасибо за внимание. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Всем пока.